Нашей планете отчаянно не хватало ресурсов. Мы отправились искать их за пределы Земли. Новый фронтир дал надежду на светлое будущее. Но вдали от Родины зародилось движение, утратившее связь с тем местом, что мы звали домом. Новые правила, новые амбиции, новый враг. Мы не были готовы к тому, что СДФ соберет армию и начнет кровопролитную войну с Землей. Это не революционеры. Они жаждут абсолютной власти. Они грабят колонии, отнимают ресурсы. Они силой удерживают территории. Они используют флот, чтобы лишить нас ресурсов, необходимых для выживания. Их цель — уничтожить все, связанное с Землей. Сейчас СДФ — это машина, которой управляют военные. И если у них появится сильный лидер, они явятся к нам, чтобы захватить нашу Родину. Воевода, это Скар-1. Жду приказа. Принято, 1-1. Одну из наших секретных баз атакует СДФ. Мы считаем, что это часть операции под кодовым названием «Рая». По данным разведки, их цель — прототип оружия. Вы должны изъять прототип и подорвать базу, пока противник ее не обнаружил. Вас понял, воевода. Сделаем. Одна минута! Союзники! Никак нет. Союзных целей нет. Добудем оружие и убираемся. Проверить снаряжение! Система ЛЗУ. Условия атаки? Огонь на усмотрение. Готово. 10 секунд. Дверь! Скороди, начинайте, начинайте. Корабль! Пошли! Пошли, пошли! Не сдевайте! Температура поверхности минус 300 градусов. Надо шевелиться. Жнец, Скар на месте, отбой. Понял, 1-1, десант с воздуха, к северу от вас. Так точно, уже идем. Вижу внизу две цели. Сбросить тягу, снимите их. Вперед! 1-1 жнецу в секторе стрелки СДФ. Продвигаемся. Есть, передам. Конец связи. Нужно добраться до оружия раньше них. Готов! Точка входа через 30 метров. Вперед! Жнец, приближаемся к точке входа. Будьте осторожны, мы столкнулись с силами СДФ. Цели на тепловизоре рядом с вами. Будьте бдительны. Стойте. Часовые на крыше. Ноль, один твой, остальные наши. Цели. Ищейки пошли. Принято.
было чисто. Рассыпаться. Наше оружие в хранилище, в полукилометре отсюда. Враги прямо перед нами. Проверьте оптику. Как думаешь, они слышали взрыв? Может и да. Тогда давай их поприветствуем. Добро пожаловать в исследовательский центр Европа. Бросай антиграф. Принято. Эй, что за черт? Готовы. Выдвигаем. Нужна помощь в моем районе. Готов. Проверьте все углы. Жнец, мы в исследовательском центре. Идем к арсеналу. Принято. Имейте в виду, войска СДФ скоро будут внутри. Нельзя допустить, чтобы операция Рая увенчалась успехом. Как только оно будет у нас, я смогу запустить процесс самоуничтожения. Принято. Внимание на лабораторию. Дальше должен быть арсенал. Вот наша метка. Контакт! Не останавливаться! Не расслабляться, мы еще не закончили. Поджарим гадов! Цели уничтожены. 1-1, мы опаздываем, и топливо почти на исходе. Что там у вас? Двигаемся к цели. Точка выхода через 6 минут. Конец связи. Терминал на другой стороне. Мы как раз вовремя. Сайпс, ломаем! Вижу хранилище. Жнец, мы добрались до арсенала. Идем забирать оружие. Принято, 1-1. Оружие в хранилище. Как только заберете его, я запущу протокол самоуничтожения. Прототип спас. Загружай его, Сайпс. Оно нам понадобится. Держи его. Технология та же, модель компактна. Так вот зачем они охотились. Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание! Запущен процесс самоуничтожения. Огонь!
тобой! Нужен воздух! Иду к тебе! Подними его, ему нужен воздух. Дыши, боец. Адмирал Коч, орудие уничтожено. Данные у нас. Приступаем к операции Рая. Сколько вас пришло? Здесь все. А как насчет того корабля, который мы сбили? Моим людям нужен врач. Заботишься о своих людях? Не спеши с выводами. Вот поэтому вам и не видать победы. Это место уже не ваше. Прикончите. Не трать пули. Что такое Рая? Что за Рая, не знаю. А шлемная камера отключилась. 18 часов связи нет. СДФ не выставил требований. А зачем им выставлять требования? Они захватили базу, расстреляли троих и сбили пилота. Нашу группу отправили за секретным оружием на закрытый объект. Этот объект строго засекречен. Как вообще СДФ туда пропустили? Так, согласно договорам, все народы имеют право свободно... Сэр, это задача для полной ударной группы, не для четверки бойцов. Лейтенант Рейс, прошу вас вести себя более дипломатично. И смените тон. Есть, сэр. Кто еще знает это? Сейчас воздушное командование и вы. Это же прямой акт агрессии, адмирал. Мы должны быть в патруле, а не пускать тут фейерверки. Военная доктрина запрещает применение крайних мер в таких случаях. Значит, мы воткнем стволы в песок и будем любоваться парадом флота? Лейтенант Рейс, поймите меня. По-человечески, я совершенно согласен с вами. Нам надо нападать. Так почему нет? Они политики, Рейс. Подотрутся любым флагом, лишь бы заводы дымили. Присаживайся. Для политиков идея вооруженного наступления – это полный кошмар. Войны нет, военные не у руля. Но когда она начнется, будет поздно. Сомнения, дыра в голове. Вы твердили это в летной школе. Оцени проблему и действуй. Ты всегда был хорошим учеником. Стратком в курсе наших проблем. Пока применение силы не рассматривалось на оперативном уровне. Законы войны, сынок. Спасибо за разъяснение, сэр. Адмирал Рейнс, Итриан уже на крыше. Спасибо, старшина. Что такое Итриан? Сходи, посмотри. Думаю, понравится. Вольно. Сколько? Четверо. Двухсотые. Европа? Да, там был СДФ. Перебили команду. Забрали все. Ах ты ж дрянь. Этот флот, они зря так. Мы должны быть в шакалах на боевом. Адмиралы не спорят. Капитан знает? Отнюдь. Возьми здесь сейчас не боевой корабль, а декорации. Весь наш флот здесь, в Женеве. И это пугает. Это бывает каждый год. Что ж, пойдем веселиться. Прошу вас, лейтенант. Спасибо, умник. Невеселый списочек. Мирно не павшим.
Мы же всего день на планете. Предпочитаю черноту космоса. Да, и я тоже. Рейнс говорил о каком-то E3N. Не слышала? Никак нет. В четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо не буду. Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Тяжелая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, все. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня, Рейс. Это приказ. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. Очень здраво. Это еще что? Кажется, это E3N. Так точно, сэр. Старшина первого класса, E3N. Улучшенный тактический гуманоид, модель 3. Потрясающе. Так и есть. Зовите меня Итан. Твои задачи? Я приписан к возмездию, командир капитан Олдер. Боевая программа есть? Лучшая. Увидите. Похоже, ты действительно крутой вояка. Ну что вы, не смущайте меня, сэр. Отойди, Итан. Я еще не настолько старый. Приветствую, адмирал. Что ж, теперь все познакомились? Можно и стартовать. Скрывали проект Итан, адмирал. Олдер знал. Первая модель боец. Впечатляющая. Представим его на сегодняшней церемонии. Вы же знаете, что я робею на сцене? У тебя есть чувства? Да, лейтенант, вполне. У меня мозг человека, фермера. С ума сойти, серьезно? Ни в какой мере, мэр. Попалось солнце. Вот и нет. Уатис сегодня сверхурочный, да, адмирал? Полно бортов, но система всегда на чеку. Итан, ты знаком с системой авиаперехвата? Железный щит Земли. Основная огневая мощь. Воздаяние, это Ворон-6. Разрешите посадку. Принято. Шестой. Посадку разрешаю. Адмирал, сэр. В чем дело, Итан? Орудие Азис. Кажется, они наводятся на наш флот. Тревога! Пилот ранен!
Я к штурвалу! Бесполезно! Не слушается! Эсминцы СДР! Внимание всем! Стрельба в башне Атис! Вероятность террористической атаки! Повторяю! У нас стрельба! Это не учение! Все боеспособные единицы! Немедленно к бою! Мы падаем! Держись! Я в порядке! Не стреляй в гражданские! Вот, возьми! Вставай, отвести! Сэр, они расстреливают! Покиньте зону, все вместе, ну! СДМ захватили Атис и расстреливают наш флот! Надо подняться на башню и вернуть контроль над орудиями. На второй! Есть! Чисто! Все чисто! Вперед, выходим! Лейтенанты, вызывайте истребители! Всем Скар, это 1-1, как слышно? Системы связи повреждены! Вернуть контроль над Атис. Остальное сейчас не важно. Нет, бесполезно. Боевые частоты заглушены. Вот, я нашла осколочные. Отлично. Они стреляют в гражданских. Огонь!
них подкрепление! Стреляй! Должна быть уже близко. Тут полно гражданских. Смотри, куда стреляешь. Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан. Пушки Атис все еще стреляют по нашему флоту. Стойкий подбит. Осторожно. Это Нова!
Прячемся! Держимся рядом! Продолжаем идти к башне! Итан! Вперед! Веди нас! Есть, сэр! Впереди гражданские! Не стрелять! Вы в порядке, сэр? Уходите в укрытие! Уходите с улицы! Укрывайтесь в домах! Влево, по лестнице! Слышишь? Что-то приближается! Связи по-прежнему нет. Башня Атис прямо перед нами. Подойдем поближе. Граната не по ботам. СДФ рвется к власти уже много лет, Итан. Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Рейс, займись дверью, я прикрою. Переходим на подключение.
Отличная работа, лейтенант. Ценная штука. Оставьте ее себе, сэр. Внимание всем! Группа золота под обстрелом. Продвижение невозможно. Нужен огонь на подавление. Затмение. Это номер первый. Как слышно? Отлично, адмирал. Какие указания? Отработайте главными по башне. Надо прикрыть наземных. Поддержки с воздуха. Принято, сэр. Драча! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, Скар-3 на вылет. Работа по земле. Принят, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Принято, номер первый. Смотрю позицию. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Он ранен! Яблочко 3-1! Понял! Выходим из боя! Используйте воду взлома! Ура!
огонь! Цель отмечена! Отлично! Цель уничтожена! Начинаю работу! Под нажмем! Башня на вершине холма! Огонь! Огонь! Золото 2-4! Идите на левый фланг! 2-6! Займитесь правым! Понял! Выходим из боя! Цель отмечена. Это 2-6, видите? Принято. Захожу на цель. Ладно, начали! Пушки, пушки, пушки! Хорошо отработал, 3-1. Понял. Отхожу. Еще цели! Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Один. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки! Яблочко, 3-1. Понял. Отхожу. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, 3-1! Понял! Выходим из боя! Цель отмечена. Принято.
Принято. Захожу на цель. Атакую противника. Пушки, пушки, пушки! Хорошо отработал, Клянки! Понял. Отхожу. Сэр, там засел отряд СД. Понял. Занимайте обор... Итан, подключись к камерам Атис. Что там творится? Есть, сэр. Начинаю передачу изображения. Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Ваш свечен. Идем, быстрее! Итан, вперед! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленников в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТа засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе? Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты, Итан, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли. Внимание всем! Это Скар 1-1. Атис снова под контролем ЮНСА. Повторяю, Атис под нашим контролем. СДФ отступает. Рейдер главному. Нам с лейтенантом Солтер нужны птички. Есть, сэр. 3-2 сопроводит их к вашей позиции. Подтверждаю. Итан, это за нами. Итан, ты с лейтенантом Рейсом. Есть, сэр. Чума, заводи. Принято. Смотри, что они наделали, Рейс. Остается отомстить. Внимание всем! Возмездие преследует противника, но нас слишком мало. 1-2 принято. Им мало не покажется. Возмездие – это затмение. Десант, по местам. Ведем на взлет. Горизонтальная тяга 90. Полный вперед. Полетели. 1-1. Хорошая тяга. 1-1. Хорошая тяга. Идем на номинальную. Блокируй его! Заведитесь на цель, сэр!
Уходим на базу. Цель поражена. Отлично стреляешь. Понял. 3-4 иду на базу. Наблюдаю возмездие. 3-6 на базу. Отходим, заправляемся и продолжаем погоню. Пускаю ловушки. У меня тут странные показания. Аналогично. Проверка. Сосредоточить огонь на суперкрейсере! Итан, ты рулишь, я стреляю! Возвращаемся на базу. Летим к возмездию. Веди. Принято. Возмездие, Скар-1, разрешите посадку. Принято. Посадку разрешаю. Полоса 2 Лима. Принято, 2 Лима. Начинаю заход. Выполняю захват. Ждите. Отлично. Дальше мы сами. Чарли, Дельта, принято. Возмездие! Это 1-1! Грок, что у вас случилось? Столкновение! Много раненых! Носилки сюда! Лейтенант Рейс, вы нужны здесь срочно! Мостик, отбой! Слышал, Солт? Да. С посадкой полная лажа, Рейс. Сол, ты цела? Еще как, а ты? Еще жив. Итан? Прекрасно, сэр. Гибсон, нас надо вытащить. Пытаюсь, 1-2, обрыв троса. Можете снимать маски, лейтенанты. Есть. Сейчас открою. Чертовски рада вас видеть. Клус, помоги ему. Отправь шакал в ремонтный ангар. Есть, мэм. Проблем у нас хоть отбавляйся. Старшина первого класса Итан, это Гибсон, РП Возмездие. Вот мы и на Возмездии. Или его останки. О чем думал, Олд? Пожар, стратегические маневры мы не запомнили. Отсеки 127-47 Лима. Скажите, мы хотим повидать капитана Олда. Мостик недоступен с самого начала атаки. Итан, иди с Гибсон, слушай ее. Расчистить полетную голову. Санитарный транспорт. Что с потерями? Многие вернулись. Кар-2 на борту. Кроме них, только вы. Твою мать! Посмотри. Нам нужно встретиться с капитаном. Да. Мы не жертвуем экипажем при численном превосходстве врага. Идем на мостик. Давай инфузор быстрее. Всем командирам собраться на мостике. Повторяю, всех командиров вызывают на мостик. Черт. Как они нас... Капитан в ответе за своих как людей. Как они нас... Ему стоило отступить. Давайте помогу. Так, сержант Амар.
Капитан принял трудное решение. У нас есть погибшие. Их могло не быть. Я понимаю, лейтенант. Противник отступил. Капитан выполнил долг. Долг капитана — вернуть людей домой живыми. Не всегда. Не всегда. Дорогу для капитана. Где он, Боц? Где капитан Олдер? Вот он, сэр. Крок? Капитан мертв. Сгинул с кораблем. Старпом? Его тоже нет с нами. Он погиб при ударе? Да, сэр. И кто теперь за главного? Как старший по званию офицер, полагаю, вы, сэр. Челнок с Тигра готовится к посадке на наш корабль. Ясно. Радар включен? Пока да, сэр. Подготовьте ворона к эвакуации. Я хочу немедленно вывести раненых. Выпускающий, готовьте нас к отправке. Принято. Инженер Макалум уже идет. Штаб-сержант, на вас можно рассчитывать? Я сделаю все, что нужно, лейтенант. Сол, ты со мной? Всегда. Крок, установи связь с адмиралом. Принято. Связист Стратком, номер первый. Принято. Капитан Тигр на борту. Капитан Феррон. Лейтенант, кто командует? Лейтенант Рейс, командир Скар. Капитан, что с кораблем? Целы. Сэр, адмирал Рейнс на связи. Давай. Капитан Феррон, дамы и господа, рад вас видеть. Сэр. Позвольте мне разъяснить ситуацию. Мы в состоянии войны с фронтом обороны колоний. Капитан Олдер применил силу и обратил противника в бегство. На сегодня «Тигр и возмездие» — единственные корабли на нашем флоте. План у нас простой. Нужно любой ценой выиграть для Земли время, пока мы строим флот. Поняла, адмирал. Тигр к выполнению задачи готов. Сегодняшняя атака не ограничилась Женевой. СДФ также нанес удары по грузовому порту на Луне. Без грузов, проходящих через его терминалы, нам не восстановить флот. Ваша задача — вернуть нам порт. Лейтенант Рейс, вам присвоено внеочередное звание. Теперь вы действующий капитан возмездия. Вас понял, адмирал. Защитите наш дом. Попутного ветра, капитаны. Конец связи. У нас нет авиакрыла. Обойдемся. Пехоторе не привыкать, лейтенант. Мы возьмем десантников с возмездия. Я обеспечу прикрытие с Тигра. Пора за работу, капитан Рейс. Будьте бдительны, все вы. И вы, капитан. Задача непростая, капитан. Оружие и снаряжение у нас немного. Мы с лейтенантом Солтер тоже отправимся. Это наземный штурм. Место капитана на мостике. Только не мое. Не в этот раз. Сначала десант. Пойдете с нами. Посмотрим, что выйдет. Сбор на колодезный через 5 минут. Принято. Поехали, Крок. Лунный порт. Есть, сэр. Прокладываю курс. Сообщу о готовности. Капитан Рейс, рабочий кабинет капитана Олдера теперь ваш. Учтите, там остались его вещи. Спасибо, Боц. Непобедимому капитану Джону Олдеру. Капитан погиб. Да здравствует капитан. Эй, Ник. Да. Ты справишься. Никого лучше нет. Ты преувеличиваешь, Нора. Ничуть, Рейдер. Я дам тебе время.
Тут были гости из бюро огнестрельного оружия. Не слышал? А что случилось? Наши предприимчивые русские братья провернули небольшую сделку со своими канадскими друзьями. Показательный хоккейный матч с распродажей армейских излишков. Незаконно. До крайности. Флот подключил бюро. Устроили проверку. Небось, все вверх дном перевернули? Они были здесь меньше 5 минут. Бегло проверили имущество и попросили подрегулировать свои пушки. Шапку вот подарили. Отлично. Оружие, алкоголь, табак. Было время, когда виски, сигареты и кольт можно было купить с одного прилавка в одном магазине. Старые добрые времена. Я опять убеждаюсь, что поздно родился. Тоскуешь по Дикому Западу? По Дикому Востоку. 9 век, Китай, династия Тан. Изобретение пороха. Вот это мое. Ты знаешь историю? Делал в 6 классе доклад для мисс Трилскотт. Какая была училка. Строгая, но с достоинствами. И что ты получил за тот доклад? 3 с минусом. Специально писал карандашом. Наказанием был 1 час дополнительных занятий с мисс Трилскотт. Добился своего. Мне нравилось в школе. Однообразная муштра по 6 часов в день. Звучит знакомо. Ходить в ногу, носить форму, соблюдать правила. Командный дух и немного порядка. Что может быть лучше? Армия не стадо овец. Нет, конечно. Но любой механизм состоит из деталей. Пружинок, винтиков, шестеренок. Сами по себе они бесполезны. Но если их правильно собрать, можно получить кое-что мощное и точное. Это не стадо. Мисс Трилскотт тебя хорошо учила, Гриф. Лейтенант, я сполна отрабатываю свои деньги на самых поганых войнах. Но будь я проклят, если мне нельзя искать утешение в простой красоте пистолета и училки 6 класса. Ладно, ты готова держать удар? Готова. Всегда готова, Лето. Отлично. Итак, мудрейший адмирал Рейнс приказал нам... Ты что, подлизываешься? Точно подлизываешься. Мы же в армии, думаю, правильнее будет сказать, выслуживаешься. Я продолжу. Прошу. Спасибо. Согласно распоряжению нашего адмирала, процедура оценки кандидата включает в себя интервью, проводимое равным по званию. В данном случае это ваш покорный слуга. Имей в виду, я тоже буду тебя опрашивать, поэтому веди себя соответственно, лейтенант. Учту. Теперь поговорим о дисциплинарных взысканиях. Давай не будем. Так в списке указано, Солт. Ну, валяй. У тебя были проблемы с майором Кенни. Майор Кенни – хвастливое трепло и полный говнюк. А его жене только на метле и видать. Это придется подкорректировать. Как хочешь. Ну, для полного счастья осталось рассказать про какашку. Это тоже придется корректировать. Я знаю. В общем, как-то в баре обсуждали полеты на бреющем, и один парень заявил, что пролетит под любой какашкой. Ну, я встряла. Разумеется. И сказала, что он в лучшем случае повторит рекорд. Верно, потому что дальше будет посадка или крушение. В точку. Но на следующее утро я его встретила по дороге и сказала: «Привет, какашка!» А он мне: «Майор какашка, лейтенант Солтер». И это был майор Кенни? Именно. Мы так и не помирились. А, ты прошла над его домом в Сан-Ансельмо, когда его жена проводила во дворе собрания клуба офицерских жен. Я просто тренировалась летать на бреющем. Шуму, конечно, было много. Тебя отстранили от полетов? Ай, не один раз. Перед уходом в отставку майор подписал петицию о награждении меня крестом за летные заслуги. Так что, думаю, он меня простил. Почему мне следует вернуть тебя на задание? Потому что я идеально для него подхожу. Я не боюсь риска, могу отлично выполнять несколько задач сразу и выжимаю максимум из себя и оборудования. Когда кругом все горит, тебе без меня не обойтись. Уверен на 100%. И не возразишь. Вот и не возражай. Думаю, моя работа на этом закончена. Готовься, Рейс. Ты следующий. Я буду не такой добрый. Понял тебя, чума. У меня глюки, или ко мне на мостик явился крутой пилот Шакала? Да вот, решил посмотреть, как вы живете. И чему я обязан столь приятным визитом? Да просто заглянул, Крок. Не верю. Ты ведешь разведку для 8 первоклассных летчиков, которые не желают светиться сами. Я на задании. Я так и знал. Дай угадаю.
Операция какого черта адмирал забыл на борту, верно? На самом деле я не знал, что адмирал здесь. Видел только, что капитан Олдер с половиной страткома пропустили свой роскошный завтрак из-за совещания. Что-то затевается. А почему ты? Жребий вытянул. Да ладно заливать. Это твоя эскадрилья, они смотрят на тебя снизу вверх. Только если они сидят, а я стою. Так что ты не можешь мне сказать, а я не могу повторить? Сегодня утром капитан Олдер показал мне вот это. Данные со спектроскопа глубокого сканирования. Размерчик впечатляет. Твою мать. 300 метров в длину и где-то 50 в ширину. Здоровенный корабль. Проблем с парковкой не оберешься. Не нравится мне это. Если бы Господь Бог хотел видеть флот на земле, он бы сделал небо коричневым. Пешеходы из пилотов хреновые. Да уж. А небо еще никто не бился. Пускай возмездие летает, как утюг, но я свою старушку обожаю. Думаешь, они отменят празднование недели флота? Из размытой картинки? Сомнительно. Со времен лохнесского чудовища люди изменились. К тому же, это вопрос гордости и амбиций. Шоу типа должно продолжаться. Лучше бы мы были в патруле. Согласен, но под присягой буду все отрицать. А я тебя сдам. Не забудь, я управляю всеми здешними шлюзами. Кое-кто может случайно оказаться за бортом, а плазменные вихри штука суровая. Я на тебя солтер натравлю. Да уж, термоядерный аргумент. С хвостиком. Спасибо за информацию, Круг. Не за что. Заглядывай почаще. Заблокировать мост. Командор, приготовление закончено. Курс проложен. Прыжок по вашей команде, сэр. Готов. Сэр, ваш ключ может активировать сверхсветовое перемещение. Есть. Ключ на старт. Капитан Ферренс Тигра вызывает командора. Соединяй. Капитан, Тигр совершит прыжок за пределы зоны боя. Подойдет возмездие, будем держать позицию и ждать ваших. Удачи. Отбой. Вперед, капитан. Прыжок. Даю сигнал. Старт через 3, 2, 1. Статус? Точность положения 0.97. Целостность корпуса нарушена. Шансы есть, Круг? Я нас вытащу. Идет ровненько. Конец маневра. Вот через 3, 2, 1. Потушить пожар! Да, мэм. Есть, лейтенант. Капитан Тигр готов к поддержке с воздуха. Сообщите, когда десант будет готов к высадке. Тигр ожидает сигнала, поспешим. Круг, бери управление. Есть, сэр. Лейтенант, капитан, пройдемте в арсенал. Отряд штаб-сержанта на колодезной палубе. Почему командует сержант Амар? Это совместная операция, Солт. Он старший десантник на борту. Он нарушил субординацию. Не принимай близко к сердцу. Мичман Гриф ожидает вас обоих в арсенале, капитан. Диагностика выдает ошибку каждые 2 секунды. Я разбираюсь. Тебе помочь? Скажи, когда заработать. Капитан. Ну и как оно? Не очень. Сальники спеклись, вентили подтекают. Корабль видал лучшие дни, как и всем. Гриф? Лейтенант. Я прибрался тут как мог, пока ждал, когда пожалует капитан. Это все тот же я, Гриф. Кстати, о переменах. Выбирайте снаряжение, сэр. Это Волк-Гриф? Энергетическая. Только что получил схему и сразу распечатал. Серьезная пушка. Так в чем цель? Подкрепление в лунный порт. Тогда берите что-нибудь энергетическое, чтобы легко справиться с ботами СДФ. Еще есть разные модули к нему. Что-то интересует? Осталось выбрать снаряжение. Есть и добрые осколочные гранаты, но есть и штучки покруче. Ищейки, и все для взлома.
И не подумаю. Задайте им жару, сэр, мы прикроем. Надо опережать их на шаг, Рейс. Все это совершенно не по уставу. Их больше, но мы умнее. Давно ли мы до такого дошли? Час назад. Внимание! Наземным соединением прибыть на колодезную палубу. Повторяю, наземным соединением прибыть дальше. На колодезную палубу. Командир? Предпочел бы остаться лейтенантом. Нет, сэр. Ты создан для этой роли, Рейс. Олдер пусть спит спокойно. Что в ангаре? Порядок. Работа кипит. Итан, ты отправишься с нами. Так точно, сэр. Капрал Брукс вас подготовил. Капитан Рейс, нам понадобятся реактивные ранцы. Спасибо за заботу, Капрал. Остынь, Солт. Да я как лед, Кэп. Говорит старший лейтенант. Всему персоналу приготовиться к проведению работ на колодезной палубе. Для чего эти ранцы, мэм? Чтобы прыгать и бегать по стенам. Для условий невесомости. Разве ты не знал, Итан? Знал, капитан. Но голос лейтенанта меня успокаивает. Все на борту, сэр. Лейтенант. Все в норме, Нунес. Проводим связь. Штаб, сержант. Гутен, рядовой, грузите. 18, сэр. Плюс наши офицеры. И этот парень. Зачем ты здесь, дрон? Приказ капитана, штаб-сержант. И я бот, а не дрон. Но неплохая попытка пошутить, сэр. Не сэркай мне, я простой солдат. Уймите бота, капитан, пока я его не вышвырнул. Я им не верю. Это не обязательно, штаб-сержант. Итан, хватит. Есть, сэр. Все вездеходы заняты. Не проблема, рядовой. Он постоит. Давай, Итан, держись крепче. Да, мэм. Грузимся. Отойди, робот. Внимание на экраны! Слушать, пока не поздно! Штаб-сержант! Противник окружил лунный перевалочный порт. Возмездие забросит им на помощь две группы. Альфа и Браво. Один и два. Главная задача — вернуть ЮНС-апорт. Ура! Ура! Хорошо, готовы? Отойдите от окна! Аварийный щит опустил!
Приближается! Активация аварийных щитов. Можно пробежать по той стенке! Слышит? Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и направляйтесь к ближайшему выходу. Нас прижали! Конец терминала зал Д! Сохраняйте спокойствие и направляйтесь к ближайшей зоне эвакуации. Убейте всех до единого! Прошу! Нет! Они стреляют нет! в гражданских! Первый этаж! Thank you.
ударим, гада! Чем они хороши? Держит попадание бронебойного, есть режим прозрачности. Ни хреново. Где мы, там победа, наша сила в людях. Вытащим береговых из ловушки. Скар, вы первые. Дверь впереди. Давай, я помогу. Рейс, иди сюда. Группа «Сабля» близко. Альфа береговым один. Мы уже на подходе. Наши люди как раз там. Врача! Наш отряд в ангаре вместе с вашими десантниками. Сзади теперь чисто. Выведите раненых. Все будет хорошо. Десантники!
Сюда! Противник на подходе! Прошу, вперед! Идем. СДФ на 13. Не давайте их живыми! В порядке. А ты? Лучше некуда. У Земли будут проблемы, если мы не отобьем грузовой порт. Хватит ли двух флагманов для господства в воздухе? Нет, им понадобится поддержка авиации. Надо вооружить капитана. Где вы храните оружие? В арсенале. Тут рядом. За мной. Браво, внимание! Альфа на северной стороне ангара. Какой статус? Идем к вам, главный. Встречаемся, где приказывали. Принято. Отбой. Это наш арсенал. Берите все, что нужно. Спасибо, гвардеец. Дробовики и пулеметы. Самое то. Капитан, шоковые гранаты отлично идут против ботов. Только не подходите с ними ко мне. Еще есть терминал улучшения. Дробовик и пулемет. Берем оба, Рейс. Дробовик и пулемет. Берем оба, Рейс. Готов. Выдвигаемся. Открывай, боец. Это контратака на базу. Идем туда. Устроим им. Браво! Альфа уже идет. Держите! Мы тут союзников нашли. Внизу право. Брук, Касима, доложите обстановку. Мы подходим к нам. Мы позади вас. Спешим на помощь. Замечательно. Ясно. Thank you.
Уходим, Рейс. Разрешение на вылет есть? Так точно. Готовьте нас к вылету. Какая у вас задача? Проникнем на флагман СДФ и разберемся с ним. Наземный этап операции окончен, сержант. Скар, пора вылетать. Время показать, на что мы способны. Смелый план, капитан. Ребята, держитесь! Мы вас заберем! Давайте быстро в этот лифт. Есть. А у меня какая задача? Пойдешь с нами, Итан. Есть, сэр. Амар, ты с Солтер. Итан, ты со мной. Это не учение, капитан. Зачем бот? Возьми бойца. Я уже выбрал напарника. Благодарю за доверие, сэр. Нам пора на взлет. Сопла в порядке, двигатели в порядке. Береговая охрана долго не продержится. Тигру необходима воздушная поддержка. Не все сразу, парни. Защитим базу и поможем Тигру. Принято. Готовимся к вылету. Себе превосходство в воздухе. Надо здесь все зачистить. Противник, на 2 часа. Двое сбиты. Это все. Я на 4. Цели на 11. Системы! Турели! Огонь на турелях, да?
Так, капитан. Принято. Всем скар, готовимся к выходу на орбиту. Есть, набираем высоту. Рейс, мы на месте, ждем тебя. Отлично, десант. Готовьте транспорт, встретимся на разведке. Выполняем, что скажут. Удачи там наверху, лейтенант. Рейдер, у Тигра поврежден левый двигатель. Срочно нужна поддержка. Это рейдер главный. Идем на абордаж корабля противника. Ждите. Каков план вторжения, капитан? Выходим у носа по левому борту и летим к мостику. Проникнув на борт, глушим мостик и кормовые оружейные системы. Понял. Потом выходим через грузовой отсек. Так точно. Как закончим, Тигр пойдет в атаку. Тигр, у нас визуальный контакт. Подтверждаю контакт. Прикрываю. Следуй за мной, рейдер. Так точно, чума. Берегись, орудие. Вижу. Шакал подбит. Подходим к точке. Внимание, три, две. Марш. Один-один пошел. Впереди мостик, да? Понял, идем туда. Главный, подавите этих шустрых! Прорываемся! Прикрываю! основные орудия и запусти систему жизнеобеспечения. Есть, Сол, следить за окнами. Даю гравитацию. Я найду командирский пропуск. Рейс, берем пропуск и идем. Тигр, главные орудия отключены. Принято. Вниз по шахте лифта. Марш! Кормовой пост уже близко. Огонь не открывать. Они не должны нас заметить.
пост управления там, на нижней палубе. Понял. Открываем. Мостик поврежден. Противники не обнаружены. Понял. Продолжайте блокаду и поиск. Вперед. Внизу. Поджарь! Одного положили! Итан, за работу! Отключи вспомогательное орудие! Принято! Капитан, здесь нужен командирский пропуск! Внимание всем! Подключаюсь, капитан! Вооружение отключено! Идем! Сэр, я нашел еще что-то! Похоже, вражеские корабли на позиции. Вытащить можешь? Уже скачался. Отлично. Идем. Тигр главный. Вооружение отключено. Идем на выход. Штаб-сержант, выводи нас.
Задание выполнено, Тигр! Группа Скар вылетела! Стратком отправляет Тигр за пределы этого сектора. Уверена, что мы еще встретимся, ведь мы обороняем наш общий дом. Удачи, капитан Рейс. Спасибо, капитан. Капитан Рейс, есть сообщение от адмирала. Принято, слушаю. Есть, сэр. Соединяю. Капитан Рейс, Стратком расшифровал сообщение от адмирала Котча, перехваченное за 6 часов до нападения. Вас понял, адмирал. Продолжайте. Сегодня фронт начнет великий поход. Здесь и сейчас мы положим конец власти и влиянию ненавистной земли. Наш мир только рождается. Их мир умирает. Мы вырвались на свободу, а теперь вырвем их корнем! Сегодня их города сгорят вместе с их историей. Марс вечер. Капитан, они не остановятся, пока не захватят наш мир. Это, возможно, наш последний рубеж обороны. Ясно, сэр. Сообщаю о ходе ремонта, сэр. Ангарная палуба готова. Рад слышать. Я подготовлю разбор операции и пришлю. Итан, иди с сержантом. Помоги с разбором операции. Есть, сэр. Сам справлюсь, капитан. Не сомневаюсь. Итан, ты знаешь, что делать? Так точно, сэр. Придется этим двоим поработать вместе. Уже предвкушаю. Ставлю на Амара. А я на Итана. Вы проникли на вражеский корабль? Не скажу ни да, ни нет, босс. Будем считать, что это да. Принимаю это за еще как. Сегодня прямо исторический день. Поднимемся наверх, Рейс. Посмотрим, что там у нас. Возможных исходов тоже. Каких же? Ну, мы сдержим их благодаря командным тактическим операциям. Или СДФ устроит нам блокаду, и мы не вернемся домой. Мы вернемся домой, Солт. Я знаю. Капитан, лейтенант, передают новости о бою в лунном порту. Если интересно, я присоединяйтесь. Пас. Отсутствие вестей – добрая вещь. Капитан был на том корабле. По местам! Начинаем! Это будет что-то приятное. Надеюсь, СДФ это видит. Да к черту! Поверхности Луны прекратились. Тихо, того, начинается. После того, как отбили порт у фронта обороны колоний. Лунный портовый комплекс, главный торговый центр и пассажирский терминал для жителей Земли. Объединенная операция сил береговой охраны порта и групп специального назначения, в том числе элиты военно-космического флота, СКАР и десантников ЮНСА, завершилась отряд отступлением в войск СДФ во всем фронтам. Специально для канала вооруженных сил ЮНСА, НСА и Нью-Дели. ЮНСА! Вперед, возмездие! Вперед, Тигр! Капитан. День обещает быть долгим, Чума. Да, 6 туда, 12 обратно. Вряд ли это закончится сегодня, Рейдер. Капитан у руля.
Рубка, левее. Курс на 2.7.0. Есть, сэр. Что там с новой информацией? Двигатели наполовину. Мак, покажешь нам? Как только капитан велит. Капитан, инженеры и навигаторы изучили захваченные Итаном данные. Это золотая жила, сэр. Что у нас здесь? Это возмездие и тигр. Остальные СДФ. Это вражеские суда. Каждый корабль СДФ отслеживает каждый из прочих кораблей флота. А теперь мы знаем координаты некоторых из них. Капитан, на радаре появились новые цели. Замечено 4 корабля противника. Какой из них атакуем? Поступила информация о новых целях. Надо выбрать одну из них, капитан. Жду приказа, командир. Рейс, эти разведданные очень ценные. Рад, что возмездие держится, капитан. Все системы в норме, сэр. Здесь все в порядке. Мы получили серьезное преимущество, капитан. Сэр? Сегодня фронт начнет великий поход. Здесь и сейчас мы положим конец власти и влиянию ненавистной земли. Наш мир только рождается. Их мир умирает. Мы вырвались на свободу, а теперь вырвем их с корнем. Сегодня их города сгорят вместе с их историей. Марс вечер. Это секретный инструктаж, касающийся военнопленного, захваченного в Женеве. После того, как против нашего флота применили Атис, оперативник, известный как Райя, попытался уничтожить всю систему. Это могло лишить Землю защиты от воздушных атак. На данный момент неизвестно, может ли система быть уничтожена из другого места. Буду держать тебя в курсе всех изменений. Конец связи.